Мої вітання всім, хто приєднався до нас у цій порі. В ефірі актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про сексуальне насильство, його правові аспекти та міфи, пов'язані з ним. У нас у гостях адвокат Станіслав Ліфлянчик. Добрий вечір, пане Станіславе. В мене питання таке: як визначаються сексуальне насильство та зґвалтування у законодавстві? Значить, сексуальне насильство, изнасилование, оно у нас предусмотрено в Уголовном кодексе как уголовно наказуемое преступление. Определяется оно именно как сексуальное удовлетворение половой страсти путем применения физической силы. То есть здесь обязательным аспектом является непосредственное отсутствие согласия того, кого насиловали, от полового акта. То есть должен быть половой акт. Второе должно быть насилие и отсутствие согласия. Любое преступление квалифицируется по четырем составляющим. Это субъект-объект, субъективная сторона, объективная сторона. Субъектом является тот, кто совершил правонарушение. Объектом является тот, против кого совершили преступление. Объективная сторона и субъективная сторона – это непосредственно мотив, цель, отношение к этому всего участников правонарушения и тому подобное. По ним, собственно говоря, правоохранительные органы и квалифицируют наличие именно непосредственно изнасилования. Есть определенные сложности при расследовании этих преступлений, но всегда они начинаются с того, что жертва обращается непосредственно в правоохранительные органы путем осуществления звонка на горячую линию, либо путем подачи соответствующего заявления. Далее полиция определяет, действительно ли вызов или заявление имеют под собой какие-то основания, да, после чего на место вызывается следственно-оперативная группа, и которая уже в свою очередь устанавливает, фиксирует правонарушение, устанавливает улики, которые там собираются, доказательства, и уже в дальнейшем как бы все это дело формируется в соответствующее уголовное производство. А чи можно покарать кривдника и як? Конечно, можно, однако мы здесь всегда сталкиваемся с одними и теми же сложностями. Наказание достаточно суровое, это лишение свободы. Более того, существуют вполне обоснованные опасения того, что происходит непосредственно с насильниками в местах лишения свободы. Ну, они как бы там, не на курорте находятся, да? Но есть определенные сложности. Первое. Когда жертва заявляет о совершении преступления, очень часто бывает так, что самого преступления, изнасилования не было. Происходит какая-то ссора, происходит какое-то физическое воздействие, драка, что-либо иное. После чего жертва обижается на своего обидчика и говорит: «Я тебя засужу». Особенно если перед этим были действительно какие-то половые отношения. После этого подается заявление или обращение, а уже впоследствии при проверке более тщательно устанавливается, что никакого насилия не было. Почему? Потому что для установления того, что были насильственные действия, нужно, во-первых, установить, что был половой акт перед этим. Второе, что половой акт был непосредственно с тем субъектом, на которого человек жалуется. И третье, должна быть причинно-следственная связь между тем, что произошло. Кроме того, факт насильственного полового акта может быть доказан лишь наличием соответствующих повреждений на теле. Это ссадины, кровопотеки, царапины, разрывы в половых органах, да, и тому подобное. Проводится довольно серьезная медицинская экспертиза. Также устанавливается на одежде наличие каких-то потовых выделений, физиологичных там, да, крови, спермы, следов слюны и тому подобное. Волоски также берутся и так далее. То есть далее устанавливается принадлежность всего этого к предполагаемому субъекту преступления. Если все это не связывается в клубочек, то есть что-то из квалифицирующей составляющей отсутствует, то есть объективная или субъективная сторона, то есть не удалось связать все вместе, то есть того, кто совершил половой акт, того, над кем совершили половой акт, и насильственного действия, то в таком случае дело, собственно говоря, разваливается, не доходит даже до суда. Однако оно может быть переквалифицировано на какие-то либо иные правонарушения. Например, человек все-таки с телесными повреждениями. Это может быть другая статья, более, мягкая ответственность, за что предусмотрено это нанесение телесных повреждений определенной тяжести, которая была установлена. Там будет совершенно другая ответственность, совершенно другая процедура. Вот. Но изнасилования уже не будет. А який відсоток таких заяв, які, можливо,
неправдивые. Я сегодня буквально спросил у представителя полиции, сколько, какой процент вот неправдивых заявлений. И, ну, 80-90% заявления, которые даже подаются, а потом или забираются, или которые просто не находят подтверждения. Зрозуміло. А таке тоненьке питання. Як довести сексуальное насилие у шлюбе, в семье? А вот это очень сложный вопрос. Значит, я приведу простой пример. Когда подают заявление о совершении насильнических действий, да, вот супружеская пара, она живет в каком-то таком вот состоянии достаточно часто, они постоянно ссорятся, ругаются. Шлюб такой. Или итальянская семья, да. Или же это может быть на фоне алкогольного или наркотического влияния постоянного, да. Или, может быть, они находятся там, живут все вместе там три поколения, и они там просто друг друга ненавидят уже. К сожалению, такое бывает. И, естественно, муж и жена время от времени вступают в половую связь. Это является нормальным физиологическим, физиологическими потребностями. И вот в момент очередной ссоры, особенно если это произошло после, нередко именно женщина вот угрожая мужчине, что теперь она его вот засудит, идет в полицию и подает заявление. Или вообще вызывает полицию как бы на место для оформления такого преступления, как изнасилование. Подается такое заявление, и в дальнейшем правоохранительные органы начинают расследовать, то есть теряют на это время и так далее, а через время она приходит и его забирает. Основания бывают разные. Одно основание – это то, что оно было подано вот так вот, из мести, да, как я привел пример. Другой пример, когда действительно происходит систематическое изнасилование, но второй член семьи путем угроз или психологического насилия заставляет все-таки отозвать поданное заявление. Опять-таки делу не дается определенный ход. Особенно если не успели сделать экспертные дослеживания там, и тому подобное. И вот в семье, именно сопрягаясь непосредственно с насилием психологическим, эти преступления очень мало расследуемые. Я, если честно, в своей личной практике никогда не встречал, чтобы хотя бы одно дело при семейном изнасиловании доходило до конца. Да и изнасилование тут очень сложно определить. Дело в том, что у нас, ну, существует принцип молчаливого согласия, скажем так, да? То есть не был против, значит согласен. Как вот опять-таки сегодня общался на эту тему, психолог объясняла, что половой акт может начаться по согласию, а в середине, допустим, согласие пропало, желание пропало. Что-то не нравится партнеру. С психологической точки зрения это будет изнасилованием. С юридической, скорее всего, нет. Почему? Потому что половой акт начался... Сгода была. По согласию, да. В процессе, ну, перестало нравиться, но это уже как бы такой момент. То есть это раз. Второе. Другой вопрос, если, допустим, сначала было согласие, половой акт физически не начался, потом один из участников отказался, но второй все-таки настоял, скажем так, и физически осуществил планируемое, то вот это вот будет изнасилованием являться, да? Вот. И поэтому вот в семье есть какой-то определенный у нас стереотип о супружеском долге. То есть, если ты подписался в свидетельстве о браке, соответственно, ты должен быть согласным, да, тогда, когда я второй готов и тому подобное. Поэтому это, наверное, с психологического аспекта происходит и достаточно часто. С юридической точки зрения нет, потому что очень сложно квалифицировать именно как изнасилование. Довести важко. Да, ну было у нас, наверное, три года назад приняли там изменения в Уголовный кодекс, которым там немного устранили разночтения и раздули вот в социальных сетях, что теперь нужно брать расписку о согласии, да, что теперь никакого молчаливого согласия и так далее. Ну то, что это был полнейший бред, это другой вопрос, но в нем есть, в принципе, как бы определенное зерно, да, рациональности. Объясню. Как говорил Фрейд, единственным сексуальным расстройством является отсутствие желания, а все остальное дело вкуса. И есть такие разновидности, как БДСМ,
или же просто вот паре нравится какие-то, да, физическая там боль, причинение, возможно, даже насилия, как-то ограничения в движениях и так далее, что является для них абсолютно нормальным, это их личная жизнь. Это их норма. Пожалуйста, да. Но если у вас там длящиеся, уже сложившиеся отношения, наверное, тут опасаться нечего. А если вы делаете это впервые или пользуетесь какими-то там услугами салона, что, в принципе, тоже незаконно, но это другой момент, но, тем не менее, бывает, то здесь, наверное, от партнера нужно брать какой-то документ бумажный. Смешно, но тем не менее. То есть это принятая практика в некоторых западных странах, и в ней нет ничего такого. В дальнейшем он вам поможет и подтвердит, что согласие было, оно закреплено на бумаге, и вам будет и вашему адвокату легче доказывать, что насилия не было. Ну и плюс ко всему, если опять-таки вдаваться в медицину, а точнее в судебную медицину, судебную экспертизу, то при насильственных половых актах обычно является достаточно ярким, это какие-то повреждения половых органов. Если это над женщиной происходит, это, ну, опять-таки, отсутствие смазки определенной, да, что приводит к разрывам. У мужчины, опять-таки, чтобы совершить это, нужно использовать определенные там перематывания, кольца и так далее, что тоже, в принципе, повлечет за собой кровопотеки, царапины, надрывы и тому подобное. Поэтому, если этого ничего нету, то не исключено, что и насильственных действий не было. Потом, если насильник, опять-таки, оказывается очень осторожным, помылся, побрился наголо, там, оделся в какую-то одежду с длинными рукавами. Там, ну, максимально. Да, одел средства... одел презерватив, да, и тому подобное, то тоже достаточно сложная тут причинно-следственную связь, да, то есть она говорит, что это он совершил, а увязать никак не могут, потому что от него следов не осталось. И еще, не дай бог, свидетели не видели, да, то есть определенные сложности. Ну, вот как бы так. Почув. І останнє питання. Mm-hmm. Які найпоширеніші міфи існують, і вони пов'язані з насильством сексуальним? Значить, самий розпространений міф номер один – це те, що насильник обычно випрыгивает із кустов і насилує прямо в чорному переулку абсолютно постороннього чоловіка. Второе, що жертва сама виновата. Тепер по очереди. К первому вернусь. Значить, описана ситуація – це поведення маніяка. Маніяки не так часто распространены, не так часто встречаются, как нам бы казалось. Это, как правило, довольно часто зарегистрированные случаи, а маньяков правоохранительные органы стараются в мягкой форме через средства массовой информации предупреждать. И поэтому это должен быть человек с определенными психическими и сексуальными расстройствами, что, в принципе, является не таким частым встречаемым субъектом. Да? Из-за этого насильственные действия, которые совершаются абсолютно посторонним человеком в абсолютно неожиданном месте, являются практически исключенными. Как правило, насилие совершается среди или знакомых, или малознакомых лиц. Нередкие случаи, когда какая-то компания где-то отдыхает, выпивает, лес, турбаза, какое-то уединенное место в городе, лесопосадка и тому подобное, к ним привязывается какой-то человек посторонний, находит самую, так сказать, податливую для себя жертву, которую он как-то заинтересовал, и умудряется куда-то ее увести. То есть вот такой вот случай возможен. Иной момент – это когда, допустим, компания перебирает несколько с алкогольными или наркотическими средствами и пользуется, ну, как это, беспарадным состоянием своей жертвы. Третий момент – это когда непосредственно сама жертва тоже входит в какое-то такое состояние наркотическое или алкогольное, ну и так далее. То есть, как мы видим, это, как правило, какие-то компании, какие-то вот знакомые люди, какие-то вот такие действия. Одним очень важным моментом является это правильный вопрос, когда-то задали, что вот эксгибиционизм, да, или вот когда там в транспорте там трутся, там касаются там и тому подобное, значит, относительно взрослого человека это будут скорее хулиганские действия, чем насильственного характера. А вот относительно несовершеннолетнего, малолетнего ребенка это будет развращение малолетних. И опять-таки развращение малолетних именно в том виде, в котором они наносят реально психический вред человеку, они происходят с знакомыми людьми. Это
детский лагерь, это какой-то кружок. И это... наверное, у родинах так. То есть, ну вы представьте, насильнику или развратнику нужно ребенка оторвать от родительского внимания. Насколько это реально сложно в современном мире, когда мы их окружаем вообще гиперопекой, да? То есть это должно быть какой-то вот такой вот момент. То есть вот этот очень важный момент и важный аспект. Ну и это вот относительно мифа, как происходит насилие. Вот так оно происходит. Среди незнакомых оно почти не происходит. Далее, что касается того, что жертва сама виновата. Если мы посмотрим на случаи, когда жертва, ну, якобы сама виновата, распространенные маньяки, насильники, которые были, существовал когда-то в Советском Союзе, еще насильник черноколготочник, так называемый. У него была манечка, его привлекали женщины в черных колготках. Совершенно не имело значения ни длина юбки, ни разрез декольте, ничего. Она могла быть одета как монашка, но из-под полы выглядывали черные колготки. Ну, для него это было просто вот, объектом, скажем так. Да? То есть женщина была совершенно не виновата в том, что она оделась красиво. Она не была вызывающей. В Соединенных Штатах, если я не ошибаюсь, есть даже музей, где размещается одежда жертв насилия. И она, как правило, очень аскетична и абсолютно нормальна. То есть это не какая-то там вызывающая короткая юбка, топ, декольте. Ну, как раз просто в этом миф. Как раз наоборот, да. Это одежда самого обыкновенного, скромного человека. Так что, что касается одежды, однозначно, жертва здесь не виновата. Что касается поведения жертвы, здесь отчасти. Как правило, в совершении преступления, которое связано с мошенничеством, которое связано с обманом, там, грабежом и изнасилованием, жертва может быть виновата только в случае, ну, только в том, что она доверяет людям, да? То есть человек, который ее куда-то завлекал, ну, и что-то там предлагал, да, ну, он предлагал, он психолог уже, как бы, он научился когда этой вот струнки находить. И вот он, в принципе, ее убедил в том, что ей нужно или ему нужно пойти с ним или с ней, да? Вот, поэтому она в этом однозначно не виновата. И самой большой глупостью, ошибкой близких, родственников, друзей и даже нашего общества, которое сейчас имеет мнение по каждому вопросу в социальных сетях, является обвинять непосредственную жертву. Во-первых, это буллинг, можно отнести к правонарушению. Во-вторых, вы ничем хорошим не помогаете. Вы таким образом человеку делаете только хуже. И в некоторых случаях можно даже, если человек покончил жизнь самоубийством, если доказать, то можно эти варианты довести доведения до самоубийства. Жертву нужно, наоборот, поддержать. Нужно объяснить, что она ни в чем не виновата. Как можно быстрее обратиться к психологической, а иногда и психиатрической помощи, для того, чтобы человека как можно быстрее начать реабилитировать и вернуть обратно в общество. Поскольку, когда насилие происходит, ну, вот такое, это очень серьезный шок, это очень серьезный вред для психики человека. Так, дякую, пане Станіславе, за розмову. Також дякую. Я нагадаю, в гостях у нас був адвокат Станіслав Ліфлянчик. На цьому я прощаюся з вами. На все добре. Бережіть себе і своїх близьких.